16 января в станицу Северскую прибыл митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Он провел божественную литургию в храме святителя Спиридона Тримифунского. С этого воскресного дня, недели перед Богоявлением, церковь готовит православных христиан к празднику Крещения Господня. После окончания богослужения митрополит обратился к пастве. Часто мы в своей жизни оступаемся, часто мы падаем, часто отворачиваемся от того человека, который нуждается в нашей помощи, и тем самым погрешаем перед Богом. Но осознавая хотя бы то, что мы грешны, что мы нуждаемся в помощи Божьей, будем просить у Бога благодати и покаяния. Руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос выразил митрополиту признательность за поддержку строительства часовни в честь святых мучеников Флора и Лавра на территории храма. Спаси Господи вас за благословение, за духовную молитву, за поддержку. С Божьей помощью вот то, что вы благословили тот эскиз, который у нас был. И мы буквально, наверное, в середине текущего года по вашему благословению это все провели и построили всю часовню на территории всего храма. По окончании литургии митрополит Григорий осветил новопостроенную часовню. С давних времен на Руси святые мученики Флор и Лавр почитались как небесные покровители домашних животных. Возрождаются добрые традиции. И мы с вами, жители Кубани, тоже будем молиться Господу нашему Иисусу Христу, что под молитвами святых мучеников Флора и Лавра ниспослал нам все необходимое для нашей жизни, чтобы нивы наши были плодородны и благословенны, чтобы стада наши были тучны и упитанны. Департамент ветеринарии края стал инициатором строительства часовни, а построили ее на пожертвования сотрудников ветеринарных служб.